Еще год назад Настя была просто школьницей. Сегодня она юный инспектор дорожного движения. Званием этим гордится и охотно делится полученными знаниями со своими одноклассниками. Мы рассказываем детям о том, как правильно надо переходить дорогу и как правильно знаки обозначаются. Я хочу помогать людям, чтобы они, получается, не попадали в аварии. В 6-й школе есть отдельный кабинет для проведения занятий по изучению правил дорожного движения. Есть и специальный велотренажер и магнитное панно, которое позволяет наглядно подать материал. Благодаря занятиям в этом классе мы за последние 2 года добились снижения показателей аварийности с участием несовершеннолетних. В конце занятия детям раздали памятки и светоотражающие значки. По статистике, это на первый взгляд простая наклейка, снижает вероятность аварии на 70%. Госавтоинспекция призывает родителей провести дополнительные беседы с детьми по соблюдению правил дорожного движения, напомнить основные правила перехода проезжей части, обязанности велосипедистов, а также при перевозке детей применять ремни безопасности и детские удерживающие устройства. В первую учебную неделю сотрудники ГИБДД и отдельные роты ДПС побывают во всех школах и детских садах Анапы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.